В Екатеринбурге состоялся 6-й международный научно-промышленный форум, где были представлены последние достижения ученых в области лазерных и оптических нанотехнологий. В программе конференции прозвучали доклады по нескольким секциям – танкостроение, инструментальное перевооружение, лазерные технологии. По словам специалистов, отрасль развивается стремительно. Инновации на этом рынке связаны прежде всего с тем, что используются волоконные лазеры, которые обладают чрезвычайно стабильными пространственно-временными характеристиками и позволяют решать задачи на принципиально новом уровне. За несколько последних, допустим, лет 5 фактически сменилось уже сейчас третье поколение лазерного оборудования идет на базе волоконных лазеров, которые имеют ресурс очень большой и необслуживаемы практически в работе. Современное лазерное оборудование имеет ресурс более 30 тысяч часов, то есть 15 лет односменной работы. Подобные станки были представлены на выставке технических новинок, состоявшейся в рамках форума. С их помощью можно промаркировать фирменным знаком или порядковым номером практически любую поверхность – продукты питания, ювелирные изделия, промышленную продукцию, сувениры или запасные части. Оборудование, пояснили специалисты, многофункционально и широко используется в самых различных областях – от ювелирной промышленности до черной металлургии. Технологии применяются очень широко, потому что фактически в каждой области производственной деятельности необходима обработка металлов.